Добрый день, мои дорогие мои подписчики. Сегодня вот купила детям вот такие вот обалденные игрушки. Мячик. Вот такой вот мячик. Так, Нюшенька, возьми. Ай, мячик. И вот такую вот мышку. Она такая вот как бы резиновая, но она, по-моему, еще пищит. Вот. Вот такая вещь прикольная, кстати, с пищалкой. Так. А еще вот смотрите, вот такие вот джемпик вкусняшечки. Они в зоомагазинах. Бывают, продаются в пакетиках по 10 штучек. Есть по 20. Мы с нее взяли 2 пакетика по 20. Они с рыбкой. И с таурином, по-моему. На, Нюся, кусай. Ну, ей неудобно немножечко. Мы сейчас здесь вот так вот сделаем. Ой. Я обычно им ножом надрезаю. Вот, Нюшенька, возьми, солнышко. А еще есть вот такие вот вкусняшки. Сейчас мы их рассмотрим. Смотрите. Я взяла сегодня Котофеем 5 штучек. Так, с чем это оно у нас? По-моему, с индейкой. Вот такая вот фирма. Ну, сейчас мы посмотрим, что же это такое. Вот у меня ножницы на столе специально для этого лежали. Сейчас мы посмотрим, что же это такое. А с чем его едят? Нюсик. Нюсь. Вот такие вот палочки. Да. Вот такие вот палочки вкусные. Да. Они все ж сразу. Давай я тебе по кусочку отломаю. Давай. На, держи. И витаминки, вкусняшки. Кстати, Нюше нашей 12 лет. 2 года назад она перенесла очень тяжелую операцию по онкологии. Так, спрячем ножницы. Вот такая вот прелесть. Ну, я взяла чисто на пробу. Ну, вот как раз именно тут все котики, которые есть. И даже больше. Да. Девчонки, ешьте. Да как баловать котиков. Мячик уже где-то ушел. А мышка сама... Мне самой настолько нравится эта мышка. Она как настоящая. Да. Вот такие ушки, да. Спасибо, что смотрите наше видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Бай-бай! Даже дядя Серый.